вот все уже немножечко, да, устали, что ли? Вопросы, вопросы, вопросы. Так, ну если нет... пожалуйста. Может быть, я прослушала, сколько единиц в эквивалентной лексике встретила с вами, это анализ не давала? 119 фразеологизмов встретилось и 12 единиц жаргонизмов и архаизмов. Сдавала, опять же, на этом предыдущий этот вопрос, вот, нашло ли отражение вот, то, что в переводе название через, путешествие через три моря, то есть как бы вот это Афанасий Никитин, да, и... Сам автор в предисловии писал, что он назвал книгу таким образом, потому что у любого русского человека ассоциируется вот именно с Индией выхождение за три моря. Ага. Вот. А в переводе это нашло отражение? И перевод. Как? Секундочку. Я не очень поняла вопрос. Можно еще раз? Да, ну вот правильно, что название «Хождение за три моря» это сразу ассоциация, да, с Афанасием Никитиным. В английском звали «Under three flags». «Under three flags». Вот прямая плавка. Ага. Ну, то есть, такой прямой ассоциации получается? Нет, в самом переводе названия. Прямой название, прямой ассоциации. Еще вопросы? Ну, как вообще, наверное, «Хождение за три моря» Афанасия Никитина переводилось, наверное, на английский язык, это старое вообще. Тогда было, ну, исторически это произведение переведено. То есть, наверное, уже закрепило, да? Я, к сожалению, не рассматривала оригинальный первый вариант. Спасибо. Спасибо большое за вопросы. Мы переходим к той части, которая называется оценочная. Работа выполнена согласно всем требованиям специалитета. И в работе, помимо необходимых частей, есть отзыв научного руководителя. Отзыв положительный, с одним небольшим замечанием, что в пункте разделе 1.4, который называется «Роль в мемуаристике в аспекте других наук», не указана историография. И ответьте, пожалуйста, на этот вопрос научного руководителя. Да, спасибо большое за выявленное замечание. Я учту его в дальнейшей работе. А для оглашения лицензии мы предоставляем слово лицензент. Правильно я понимаю? Пожалуйста.